Всем привет! Сделаем небольшой прикладной обзор на малышку Osmo Pocket. Ну что, малышка такая хорошенькая, что какой режим у нее не включи, все будет заебись. Для тех, кто в танке, это видеокамера на трехосевом механическом стабилизаторе от компании DJI, которая славится своими стабилизаторами Osmo, Ronin, так и дронами, которые каждый из вас, естественно, знает. Господи, о чем я говорю? Все, что вы хотите знать, технические характеристики и прочее, легко найти в интернете на сайте продавана, который пытается впарить тебе эту малышку. Самое главное – это посмотреть, как она снимает. Красить ничего не буду. Тут достаточно у меня темно. Посмотрим, что получится. Давайте. Итак, вот я включил малышку. Сейчас у меня тут стоит режим селфи-мод, когда я вижу себя и на экранчике камеры, гимбал работает на меня двойным тапом по сенсорному маленькому экранчику. Моя рожа выделяется в зеленую штуку и превращается тем самым в точку слежения. По-моему, он делает это по цветам каким-то. Пока еще не понял, чем руководствуется, но плавненько старается мою голову всячески засовывать в центр кадра. Что не может меня, естественно, не радовать, потому что так это дерьмо и должно работать. В качестве такой travel-камеры, я думаю, в качестве камеры для подсъемов, в качестве камеры для бэкстейджа, может быть, для какого-нибудь лоу-файного продакшена. Либо, естественно, блогеры. О чем тут речь? Вы пришли на локацию снимать, хотите пофиксить моменты, достаете малыху, малыха делает свое дело, вы кайфуете, все всем понятно, все всем видно, открыли, к телефону подрубили, по вайфайчику посмотрели с режиссером планчики, все. И все шикарно. На солнечном свету она показала себя очень прикольно. Вот вам видео, которое я снимал в первый день покупки 31 декабря. Распаковал подарок и на заливе вот снял у нас под Питером некое подобие марсианской поверхности. В общем, чего? Переходим обратно. Малыха отличная. Не, ну это не серьезно. О, молодец. Берем камерку, так, оп, туда, оп. Кнопочку нажали, барсеточку на ручку повесили, в карманчик задний сунули и почесали. Все, всем спасибо, постараюсь сделать его как можно короче и полезнее. Надеюсь, кому-то было интересно.